В декабре вступают в силу американские санкции, а у Яры есть дочка, компания, дочка в Соединенных Штатах Америки с торговым оборотом в миллиард долларов США. Кстати, насколько я знаю, даже одна из крупнейших телекомпаний американских планирует репортаж по поводу Яры в ближайшее время. Не буду называть название этой компании. Так вот, как раз-таки, скорее всего, Яра будет вынуждена принять это решение под влиянием американских санкций. Так было бы честно и порядочно сказать. Уважаемые коллеги, друзья из Беларуси, мы с вами. Но у нас контракт, например, до декабря. Или у нас контракт до января. Мы с этого момента четко заявляем свою позицию. Мы прекращаем отношения с Беларусь. Это было бы честно, порядочно, открыто и понятно. И никто бы не стал бы критиковать. Но когда опять завуалированность, опять общие слова и фразы, ну, выглядит это все двулично.